Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Александром Козловским, который в декабре этого года на съезде партии «Единая Россия» был избран руководителем межрегионального координационного совета в Северо-Западном федеральном округе. Как отметила Марина Ковтун, у нас в регионе налажен конструктивный диалог со всеми существующими партиями. Совместно реализуется целый ряд важных проектов. Александр Козловский заверил, что старается следовать современным тенденциям в политической сфере и сообщил, что совсем скоро в партии появятся новшества. Координатор приехал в Заполярье, чтобы познакомиться в первую очередь с мурманскими коллегами. Конечно, моя поездка в первую очередь связана с тем, чтобы познакомиться с ситуацией, с работой партии «Единая Россия» непосредственно в регионе, взаимодействие с администрацией, с властью, с исполнительной властью.